Светлана, добрый вечер. Рада вас видеть, всегда улыбающимся. Константин, в общем, у нас... Спасибо, ходит... я тоже рад вас видеть. У нас, в общем, ходит много слухов про то, что отсутствует Марат Амирович. На самом деле, многие думают, что он теперь как Сатоши Накамото будет инкогнито. Возможно, где-то кто-то его когда-то увидит, и он больше не будет появляться в прямых эфирах. Либо подтвердите, либо опровергните этот слух, но ждем от вас как бы информацию. Я как раз после этой фразы и начал улыбаться, и как раз тут попал в прямой эфир. Да, по поводу Марата Амировича, ну, я сначала скажу, что сегодня мне Марат Амирович звонил, мы с ним сегодня разговаривали, да, сославшись на состояние здоровья, он попросил меня выйти в эфир, но он как бы он в безопасности, доступен, все в порядке, вот эта версия там с каким-то СИЗО, она не подтверждается. Вот. И в ближайшие там, пару дней Марат Амирович сам выйдет, и я думаю, может быть, отдельный прямой эфир проведет. Вот. А относительно того, надо ли Марату Амировичу быть как Сатоши Накамото, здесь, наверное, сколько людей, столько мнений, да, по поводу того, насколько открытым может продолжать оставаться наша компания с учетом своего там, бурного роста. Вот. И я все-таки еще раз убеждаюсь, что действительно компания является предметом повышенного интереса со стороны не только порядочных, скажем так, пользователей, но и людьми, которые хотят каким-то образом обогатиться или получить какую-то личную выгоду из этого. Пока непонятно какую, но какую-то пытаются. И тоже предпринимают ну, какие-то там свои ходы. Константин, я тебя благодарю за ответ. Ребят, я думаю, что все вы его услышали. В ближайшие дни все-таки Марат Амирович, ну, я надеюсь на то, что он все-таки не будет инкогнито, а будет периодически хотя бы появляться в прямых эфирах, ну, как минимум в криптомире. Я буду лоббировать, чтобы это происходило как можно реже. Хорошо. Так, Константин, у меня для вас есть вопросы. Я думаю, что вы на них мне поможете ответить. Первый вопрос про выводы. Что происходит с выводами, почему запустили и остановили так быстро, молниеносно, и с чем это связано? Ну, во-первых, мы их не то чтобы остановили, мы уже объявляли, да, что это тестовый период. То есть за последние два месяца было проведено колоссальное количество технической работы. Ну, не только технически, а организационно. У нас появился новый партнер, который тоже ну, на своей стороне выстраивает какие-то процессы взаимодействия, что, ну, в принципе, нормально. Плюс мы на своей стороне тоже делали какие-то доработки, по которым в ноябре нам пришлось временно прекратить выводы. Вот, поэтому какая стратегия? Компания сейчас берет паузу для того, чтобы проверить все те транзакции, операции, которые прошли за ну, сколько дней, да, там за первые 2-3 дня. В этой связи проверяется наличие ну, или отсутствие да, каких-то вот факторов, которые могут затруднить дальнейшую работу. Я думаю, что сегодня, может быть, завтра такая проверка завершится. И можно будет продолжить. С точки зрения ну, банально процесса, может быть, будет чуть более понятно, почему так, это процесс такой управляемый, ну, сложный процесс, он управляемый, и есть несколько рычагов управления. Первый рычаг – это сама работа личного кабинета и, соответственно, возможность там, нажатия или не нажать каких-то кнопок. Это как раз то, что мы сделали, и как раз то, что мы хотим протестировать. Поэтому отключать вот этот функционал, его, наверное, сейчас нет смысла, потому что мы еще не знаем, все ли выявлено. И мы благодарим тех людей, которые дают обратную связь, которые что-то замечают. И, ну, как это бывает да, в период промышленного тестирования, они приходят с обратной связью и говорят, что вот у меня тут не нажимается, или вот тут нажалось, а что-то не отработало, или у меня камера не запустилась, или там еще что-то и так далее. Вся эта связь собирается, анализируется, обрабатывается, и на основании вот этой обратной связи, соответственно, предпринимаются какие-то действия. Кость, вот, вот как раз-таки очень у многих появляется 27, типа обратитесь, ну, можете поставить на вывод через 27 дней. Что делать таким людям? То есть у них действительно можно будет вывести деньги только в марте, там, в мае, в апреле, либо все-таки можно обратиться в клиентский сервис. То есть как поступать таким людям?
Здесь надо разбирать. Ну, то есть это не одинаковая ошибка у разных пользователей. И здесь надо вот прямо смотреть, что именно происходит. Если пользователь создал заявку, и она зафиксировалась, да, и у него есть, ну, там, вот эта вот строка с заявкой на вывод, тогда там, соответственно, вторую заявку создавать смысла нет, потому что здесь будет, ну, работать вот этот вот отсчет от момента последней успешной транзакции. Но если у пользователя в момент создания заявки произошел какой-то технический сбой, ну, не знаю, что-то не отработало не так, и заявку на вывод инвестор не создал, в этом случае, да, можно обратиться, написать со своего почтового адреса в службу клиентского сервиса, чтобы ему вот этот счетчик отменили. То есть в любом случае пишем в саппорт. Вот как раз-таки вопрос про саппорт. Можно ли увеличить количество людей в саппорте, потому что слишком долгие ответы приходят? Здесь, наверное, надо обратить внимание на то, с какими вопросами обращаются, ну, большинство инвесторов. И, может быть, на этом еще раз акцентировать внимание. Есть там четкие рекомендации, как и что нужно делать. Пожалуйста, если вам по-прежнему, ну, неизвестно, непонятно, то вы можете это в официальном телеграм-канале прочитать. Вот. С другой стороны, если все выполнено по инструкции, да, скажем, ну, там четкая фотография, нету посторонних лиц при там прохождении какой-то биометрической аутентификации и так далее, то, как правило, процесс проходит быстро. Если процесс верификации не прошел, точнее как, ну, я понимаю, что, может быть, с точки зрения пользователя кажется, что все одинаково. На самом деле все же случаи разные. Кто-то загрузил документы, и документ находится на обработке на стороне нашего партнера. Кто-то загрузил документы, и документы проверены, и они не соответствуют тем требованиям, которые предъявляются к документам. Соответственно, человеку нужно загрузить эти, ну, или какие-то документы по новой. Вот, и здесь обратите внимание, если вы в момент прохождения KYC загрузили все документы, у вас написано «спасибо», спасибо, это значит, что документы отправлены на проверку, и надо просто ждать. Вот, а если у вас надпись «спасибо» исчезла, а желтая осталась, значит, документы проверены, но не все документы прошли проверку. Вот, надо еще раз нажать, если у вас доступно вот это окошко с прохождением KYC, тогда надо в саппорт уточнить, какой документ проверку не прошел. И, соответственно, получить информацию и дозагрузить недостающий документ. Костя, а будет в дальнейшем ли автоматически высвечиваться, что у вас недозагружен вот этот документ, или всегда придется писать в саппорт? То есть это усложняет работу и саппорта, это усложняет работу и клиента, который загружает этот документ, из-за этого, соответственно, складывается такая очередь большая. Да, безусловно, это будет автоматизировано. Мы, ну, как бы, как и любой человек, хотим максимально избежать ошибок и что-то, какую-то ненужную, ну, скажем так, малоэффективную работу ее там предоставить алгоритмам. И здесь почему так произошло? Потому что, ну, чисто технически внутри нашего приложения, ну, не приложения, а внутри нашего личного кабинета нет возможности давать вот это оповещение в моменте. Вот. Но после произведения определенных технических доработок это можно будет, и пользователи будут видеть сразу в момент загрузки, тут же получать какой-то ответ, рекомендацию относительно того, какие документы прошли, не прошли. Вот у кого сейчас висят более 7-9 суток, им лучше ждать или опять написать в саппорт письмо о том, что они так долго ожидают ответа? Ну, надо смотреть. Если у них горит там вот то, что, как я сказал, да, то, что горит фраза «спасибо», это значит, что документы еще просто находятся на проверке. А если фраза исчезла и осталась полоска, то тогда надо уточнить, какие документы проверку не прошли. Так, хорошо. Константин, ответьте еще, знаете, на какой вопрос по выводам. Сейчас уже на сегодняшний день какие-то баги обнаружились прям серьезные при выводе средств уже? Или об этом нельзя говорить? Да, я думаю, что можно. Я надеюсь, что мне можно, поэтому я расскажу.
Было ряд обращений зафиксировано, где разные предложения, замечания и так далее были высказаны. Эти предложения проверены, и на текущий момент, насколько мне известно, ну как бы нету каких-то обнаруженных прямо технических ошибок. Ну, это хорошо, это вселяет надежду и уверенность. Я думаю, что вот после проведения как раз и окончания аудита можно будет продолжить этот процесс. Вы об этом сообщите в телеграм-канале, как это будет происходить, чтобы партнеры узнали, что вывод произошел. Что значит произошел? Ну, как бы нет, сейчас многие поставили на вывод 500 USDT, который возможно на сегодняшний день вывести из фонда. Вот. И, соответственно, они висят, заявка обрабатывается. То есть, как партнер узнает, то есть ему постоянно заходить в личный кабинет, либо будет в Телеграм оповещение, что, ребят, продолжились выводы, или они уже идут сейчас, эти выводы продолжаются, их не останавливали? Надо подумать над этим словом. Хороший вопрос. Ну, это же процесс, который, ну, может быть, не останавливаемый. Имеет ли смысл писать об этом отдельно в Телеграм? Ну, может быть, имеет, да, ввиду сложившейся ситуации и там эмоциональной просто обстановки. Но просто с точки зрения здравого смысла человек увидит транзакцию. Ну, то есть задача какая? Это же там несколько этапов проходит. Первый этап – это создание заявки на вывод, потом ее обработка и получение на той стороне. И, ну, как бы, некоторые люди, они на любом из этих трех этапов, когда возникает ошибка, кажется, что не работает это, ну, только на нашей стороне, а здесь же надо тоже посмотреть, где именно произошло. Ну, то есть мы давали рекомендации относительно отправления средств по смарт-контракту и так далее. Некоторые люди, может быть, не разобрались или пренебрегли такой рекомендацией, и есть обращение, где принимающая страна, например, ну, как бы не может эти средства зачислить. Соответственно, здесь, ну, про смарт-контракты мы поговорим со следующим моим приглашенным гостем на сегодняшний день, поэтому можно не объяснять. У меня еще вопрос про Да, я к тому, что, Светлана, сейчас я быстро закончу. У меня вопрос, моя мысль, она просто сводилась к тому, что здесь надо смотреть конкретный случай. То есть случаи, они, может быть, каждому инвестору, который столкнулся с какой-то проблемой, ему кажется, что вот у него, ну, или нетипичная ошибка, или еще что-то. Но глобально можно там разделить, не знаю, там 3 или 4 категории ошибок. И просто внутри этой категории, ну, например, там неправильно загружен там документ, подтверждающий адрес проживания, или там неправильно загружены селфи, или еще что-то. То есть, грубо говоря, категория ошибок одна – это неправильно загруженный документ. Но нельзя сказать, что вот если там есть 150 человек, у которых отклонена KYC верификация по вот этой причине, что вам всем надо загрузить справку, документ, подтверждающий адрес проживания. Здесь же надо смотреть, у кого-то это фотография, селфи не прошел, у кого-то еще что-то. Да я не про верификацию, но я на самом деле про вывод средств больше. В выводе тоже есть несколько этапов вот этого процесса технологического, и надо смотреть, где именно происходит сбой. Ну а есть же те, кто понимаю, это делает, пользователю... ну, есть же те в любом случае, которые делают это грамотно, правильно, то есть и все верно. То есть на сегодняшний день, давай подведем итог, на сегодняшний день вы проверяете, проходит аудит, сколько дней он будет, конкретно мы сроки не называем или называем? Сроки сейчас, я думаю, никто назвать не сможет, это же зависит от того, сколько будет обнаружено каких-то вещей, на которых надо будет детальный анализ проводить. То есть сроки мы не называем, но в любом случае в ближайшее время все партнеры, которые пройдут верификацию в феврале месяце, смогут вывести 500 USDT. Все верно? Ну, это субъективная оценка. Я думаю, что там в течение ближайших 2-3... Ну, нет, я сначала сказал, что сегодня-завтра мы закончим проверку. Я думаю, что так и произойдет. Ну и, соответственно, дальше уже процесс дальше пойдет. Константин, может быть, вы знаете ответ на этот вопрос? Те партнеры, которые не хотят в феврале либо в марте выводить там 500 тысяч USDT, смогут ли они, ну, или там, к примеру, в феврале не хотят выводить 500 USDT, но хотят в марте вывести 1500? Это будет возможно или все-таки в марте только 1000 можно будет поставить на вывод? Только 1000. Вот лимиты, которые заранее были объявлены, они так и работают. Ну, то есть это техническое ограничение.
и ненакапливаемая. Поэтому, да, обратите внимание, февраль 500, март 1000. У меня вопрос еще про сам SAP. Как идет передача базы данных? Потому что партнера, которым не нужно проходить на данный момент верификацию, выводить деньги, спрашивают, как обстоят дела. Ну, переговорный процесс затягивается, компания переговоры ведет. Они, в принципе, я думаю, что, как сказать, не безнадежны. Вот. И вопрос относительно того, какой период времени это займет, ну, я предположить могу, что там до конца марта. Поэтому, если есть инвесторы, да, партнеры, которые не планируют, нет нужды там, или не планируют в ближайшее время выводить средства, то можно не проходить повторно KYC. Константин, у Вот, меня... соответственно, если, соответственно, такая потребность есть, а я понимаю, что у каждого, ну, человека там какие-то свои задачи, да, тогда, ну, лучше проходить KYC по новой, чтобы не зависеть именно от вот этого процесса переговорного. То есть с новым партнером уже сможете пройти верификацию полную и не ждать, когда вот. Передача произойдет, передача базы данных. Да. Константин, у меня, в принципе, к вам больше нет вопросов. Еще раз, кто недавно присоединился, почему сегодня Константин, а не Марат Амирович? Потому что... Почему? Потому что Марат Амирович приболел, нам передал Константин. Он с ним созванивался не так давно, и он в ближайшие дни выйдет на связь и, скорее всего, либо сам проведет прямой эфир, либо запишет видео. Так, Константин, благодарю вас за прямой эфир. Ребят, не расходимся. У меня в прямом эфире дальше гость, и я думаю, что многим он будет Да, полезен. Светлана, спасибо. Спасибо большое всем зрителям. Так, мне надо откупиться, На крестик, да, нажать. У меня да? Да, сейчас... спасибо. Благодарю. Так, эксперт по блокчейн и токеномике проекта Амир Медиа Александр Киселев. Так, приглашаем. Александр, добрый вечер. Светлана, здравствуйте. Благодарю вас большое, что вы согласились прийти в нашу передачу. Спасибо за приглашение. Рад пообщаться с вашей аудиторией. Ребят, я на самом деле хотела пояснить, почему у нас Александр появился. Потому что на сегодняшний день в связи со сложившейся, в принципе, ситуацией мы становимся умнее, мы читаем книги. Вот как раз-таки пригласили Александра как эксперта по блокчейну и токеномике для того, чтобы Александр просто обычным языком прям начал нам с азов и научил, как же нам все-таки выводить, как заводить деньги, на что обращать внимание. Как работать с кошельками, какие они есть. Александр у нас, я так понимаю, и трейдер, и очень успешный инвестор на протяжении долгого времени, поэтому я думаю, что с такими людьми в любом случае интересно пообщаться и узнать всю информацию, которая пригодится каждому из нас. И мы будем, я на самом деле уверена, что благодаря тому, что случилось сегодня, мы становимся умнее и... Когда все разрулится и все будет хорошо, у нас будут все квалифицированные инвесторы. То, чего мы давно так хотим и чего мы так давно добиваемся. Да. Ну что, наверное, мы начнем, наверное, с кошельков, да? Вот у меня как раз-таки вопрос. Александр, вот смотрите, что нужно сделать в первую очередь человеку, у которого кроме кошелька Мирвали больше ничего нет? Вот. На самом деле, я немножко начну немножко издалека, чтобы, ну, чтобы понять сами принципы, да, то есть сами принципы подхода вот к вот этой проблеме. И, ну, это не проблема, это вообще область знаний, уже новая область знаний, Web3, блокчейн, вот децентрализация, ну, вот эти все понятия, так или иначе, они входят в нашу жизнь, и, ну, как бы очень часто, ну, как бы общий подход.
ну, как бы освобождает от необходимости знать какие-то факты. То есть поэтому можно начать с того, что вот, как бы, тема кастодиального и некастодиального кошельков, да, мы сегодня ее разберем, и самый первый принцип – это не упрощать. То есть на самом деле есть много инвесторов. Вот меня пригласили в чат, Наташа Импресс пригласила, и какое-то время я наблюдаю за ситуацией, и там, ну, такой подход, да, что дайте мне там на Тинькофф зачислите вообще на Сбер побыстрее, и ну его нафиг, да, то есть все остальное меня очень мало интересует, разбираться не буду, не хочу и так далее. Это, ну, это реально ущербный, неправильный подход, нужно его менять, нужно, ну, понимать, что так или иначе вот эти технологии Web3 эпоха, да, она уже полностью заходит в нашу жизнь, мы должны будем этим пользоваться, и не то, что должны, это удобно, это новый формат и правильный, и он прогрессивный, да, то есть первый момент, да, то есть нужно понять, не надо упрощать ничего, не надо говорить, дайте мне там на Тинькофф, на карту P2P быстро, и я ничего знать больше не хочу, да. Второй момент, ну, второй принцип – это быть любопытным. Все вот эти штуки, там, блокчейн-штуки, веб-3 штуки, некастодиальные кошельки и другие разные DeFi-сервисы, децентрализованные биржи, централизованные биржи, все какие угодно, они очень сейчас быстро развиваются. И если вы даже что-то узнали, это знание, оно не может быть забетонированным. Нужно все время учиться, нужно все время как быть любопытным, обращать внимание на развитие вот этих сервисов и быть, что называется, на острие атаки, и это позволит, ну, естественно, как бы быть богаче, быть успешней, реагировать на, ну, то есть на самые первые какие-то интересные вещи, которые происходят уже в современном мире, в динамичном мире. Вот, значит, вот этот третий принцип, да, то есть понять, что вот кошелек, вот этот некастодиальный кошелек, про который мы сейчас с вами будем говорить, это уже такая штука, которая, она уже пришла, и теперь в ближайшие годы она будет вот как мобильный телефон по сравнению там с обычным городским телефоном, которым уже не пользуются, да. То есть вот эта эволюция Web 1.0 – это когда логин и пароль мы заходили в какие-то сервисы в интернете. Вторая – Web 2.0 – это когда мы уже авторизуемся, да, через Facebook, либо через Gmail, либо еще там через ВКонтакте и так далее, да. То есть третья стадия, Web 3.0, она уже будет там везде интернет, везде сервисы, которыми мы будем неизбежно пользоваться, они будут попросить подключить кошелек, да, подключить вот этот некастодиальный кошелек. Это уже входит в нашу жизнь, это криптовалютный кошелек, некастодиальный кошелек. И вот эти три принципа, да, нужно просто сообразить, понять, разобраться, да, не упрощать, быть любопытным и понять, что вот это уже приходит, это так есть, рассчитывать это, смотреть, что это как данность, и не сопротивляться этой ситуации. Вот. Что касается дальше следующей темы, да, что дальше делать, да, то есть на самом деле надо начать с простого, да, вот, ну, допустим, вот сегодня разберем MetaMask, да, и самый главный момент, да, то есть это, ну, такой лозунг, да, то есть долой суету и штурмовщину, да, то есть на самом деле первое, что мы видим, вот мы идем там в Google Play или куда-то еще, да, начинаем скачивать это приложение, и там куча всяких отзывов, меня украли, обокрали, взломали, ну и так далее, да. То есть Александр, пишут... я тебя минуточку, вас, извини, вас минуточку остановлю. То есть в любом случае, у кого есть только кошелек Амир Валет, мы в любом случае должны закачать еще один кошелек. Амир Валет у нас кастодиальный или не кастодиальный кошелек? Амир Валет – классический кастодиальный кошелек. А мы должны закачать некастодиальный кошелек. Обязательно. Некастодиальный кошелек. Это не кошелек биржи, это отдельный кошелек, да?
Да, да. Сейчас, да, я коротко скажу. Кастодиальный от некастодиального отличается основной признак, что кастодиальный кошелек, он только за вами числится. Вы им не управляете, вы не имеете от него ключей, закрытых ключей. Да? То есть вы не можете как бы за транзакции по этому кошельку делает за вас сервис, подписывает транзакции секретным ключом, да, приватным ключом, сервис, которым вы пользуетесь. Это кастодиальный кошелек. Ну, от слова custody, да, то есть это тот, кто управляет вашими деньгами где-то. То есть биржевой кошелек классический на Binance, это кастодиальный. Amir Wallet, это тоже кошелек, который кастодиальный. Мы сегодня говорим, да, что для того, чтобы выводить деньги, хранить деньги где-то за пределами вот этого кастодиального, кастодиальной ситуации, да, то есть нам нужен не кастодиальный кошелек. Некастодиальный кошелек отличается тем, что вы и только вы, то есть пользователь и только он, имеет полный доступ к средствам, которые на нем находятся. Да? То есть больше никто не... В любое время дня и ночи. В любое время дня и... Да, 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 верно. Вот это основное отличие некастодиального кошелька. И некастодиальные кошельки – это Web3 эпоха. Везде сервисы в ближайшие годы будут, там везде на сайтах будет подключить кошелек, да, Connect Wallet, везде будет вот такая ситуация. И, конечно, не нужно сопротивляться прогрессу, нужно разобраться, изучить. Есть ли в некастодиальных кошельках, которые можно порекомендовать, то есть на первом, втором, третьем, четвертом уровне? И чем они отличаются все-таки? Почему вы рекомендуете один, а не другой? Здесь довольно очень, ну, простая ситуация. На самом деле, ну, как бы пределы эфира у нас, ну, так или иначе ограничены, поэтому можно сказать, что вот есть старейший, популярнейший кошелек MetaMask, да, есть Miser Wallet, это следующий кошелек, мы тоже коротко на нем сегодня остановимся, но смысл, принципы, да, то есть принципы пользования одни и те же, да, то есть, и соответственно, вот можно сказать, да, самый популярный, самый старый, самый надежный, да, то есть самый, уже который проверенный, что называется, и самый развитый, да, то есть большое сообщество, большой опыт у разработчиков и так далее, это MetaMask, да, ну там есть еще, Miser Wallet такой, так называемый, MEF, тоже нормальный, тоже классный кошелек. Вот. И первое, что мы говорим, да, то есть мы обращаемся к ситуации, когда нам нужно что-то скачать, и первое препятствие – огромное количество негативных отзывов. Да. Почему так происходит? Потому что особенность блокчейна, особенность работы с криптовалютой, особенность работы с некастодиальными кошельками – это вот этот девиз, да, то есть долой суету, штурмовщину, нужно максимум внимания, нужно при работе с криптой максимум внимания, фокус внимания должен быть на первом месте, да. Соответственно, вот так сложилась ситуация, что у таких сервисов, как MetaMask, появилась там куча всяких негативных отзывов, это первое препятствие, да, человек смотрит и тут же бросает эту всю историю. Не нужно обращать внимание на эти отзывы, пишут люди с неустойчивой психикой, которые именно вот суетливые, у них штурмовщина в голове, они там что-то тыкают, быстрее, мне нужно быстрее, конечно же, реально ошибаются, потому что криптовалютная составляющая, криптовалютные, ну, как бы, операции, они требуют фокуса, собранности, внимательности и никакой суеты, естественно. То есть первый барьер мы прошли. Скачивайте с официальных сайтов, с официального магазина, там, Android или iPhone, и все будет нормально, только скачивайте, естественно, официальные версии, они отличаются, они прям видны, вы сразу поймете, что это официальные. Вот, значит, второй момент, да, это не торопиться вот прям сразу действовать, да, то есть возьмите этот кошелек, он у вас, вы им будете пользоваться долгое время, да, и
не нужно там выделить, у меня там как бы суетиться, да, то есть у меня 10 минут, 20 минут больше нету, да, не надо. Выделите день, скачайте, там, запишите сид-фразу, снесите этот кошелек, восстановите его, да, там, отправьте куда-то там, $10, $20, отправьте себе, сделайте новые счета, пройдите по всем веткам логики вот сервиса, вот MetaMask. Да. Что значит отправить себе с банковской карты, отправить себе на кошелек MetaMask? Нет, например, с одного своего адреса на свой же другой адрес, да, то есть в этом же кошельке. В кошельке можно завести, пометить, да, то есть вот этот адрес у меня для сбережений, это для покупки там, я буду здесь собирать на покупку машины, а здесь на покупку, а здесь на отпуск, да, и это удобное, тоже удобный сервис, то есть речь идет о том, что нужно выделить один день, пусть с перерывами, но внимательно, спокойно, полным фокусом пройти по всем веточкам. Да? Что-то не получается, загляните в интернет, масса инструкций. Опять же, в чатах наверняка тоже, ну, через какое-то время, я думаю, что в чатах Амира тоже это будет появляться, эти все знания. Вот. Не нужно, там, скажем, у меня только 10 минут, и я должен быстро все изучить. Нет, вы ничего не изучите быстро за 10 минут. Это довольно такой, ну, довольно время требующий навык разобраться, как этим пользоваться. Я коротко скажу про безопасность, да, сейчас. И там тоже вот, как бы, аспектов безопасности много, но критических, которые нужно выполнять, которые точно вас не взломают, да, это только вот несколько таких. Да. То есть, во-первых, это только мобильный интернет. Да. Не пользоваться Wi-Fi, не дай бог не пользоваться там в отелях, в кафе, там, в аэропорту и так далее. Огромное количество у меня товарищей, которые теряли там и по $100 000, по $130 000 в Шереметьево, зацепили за Wi-Fi, что-то отправили, получили, бабах, пожалуйста. Вот, а домашний, значит, интернет можно использовать? Домашний интернет, если вы только знаете, что у вас за домашний интернет, потому что проблема роутер. Да? Роутер – это тоже, по сути дела, компьютер. Он может сохранять все, что угодно, и к нему может быть доступ извне. То есть если вы четко уверены, что к вашему роутеру, вашему домашнему интернету нет доступа у соседей, да, условно говоря, хакеров, то тогда да. А если... ну, как бы вы не очень это, в этом разбираетесь, то лучше мобильный интернет, лучше вот в данном случае тема работы с криптой, лучше нет. Мобильный интернет и все. В том числе и при... Вольт лучше заходить тоже через мобильный интернет все-таки? Ну, вообще нужно взять за правило, да, что все-таки не работать с интернетом, у которого есть, то есть роутер, который, роутер это, по сути дела, тоже компьютер, да, то есть и там он может сохранять, отправлять, получать, то есть там могут быть уже вшиты какие-то шпионские программы, которые вы просто, может быть, не знаете про них, да. Соответственно, вот если мы говорим про мобильный интернет, это взломать сложнее, телефон вы все время держите в руках, то есть никому не отдаете, как правило, да, не даете себе поставить там какие-то программы специальные, которые у вас могут там что-то украсть и так далее. Поэтому здесь сразу резко понижается вероятность взлома, если вы всегда при работе с криптой пользуетесь мобильным интернетом и только мобильным интернетом. Вероятность сразу бах ниже. Значит, следующая тема это сид-фраза, да, то есть это сид-фраза, вот если мы говорим про MetaMask, это сид-фраза, которую нужно записать на бумаге. Может быть, не один раз записать, в двух, в трех, в четырех местах положить, не потерять и заблокировать доступ третьим лицам. То есть, условно говоря, вы должны знать эту сид-фразу, где она у вас лежит, она должна быть обязательно на бумаге, и никто не должен иметь доступ к этой фразе. Если это происходит, вероятность взлома понижается еще более сильно, да? То есть еще сильнее. Вот, значит, дальше. Простое правило, простое механическое правило. Короткие сессии. То есть вы открыли свой MetaMask, допустим, вам надо отправить
куда-то деньги, там эфир, эфир, например, USDT или там BNB в сети Binance Smart Chain или что-то еще. Сейчас к MetaMask подключается огромное количество сетей. Значит, вы зашли через мобильный интернет, ввели пароль, отправили и тут же вышли из этой сессии. Это короткая сессия, да, то есть заняло это 2-3 минуты, вы были в этой сессии, в активной, у вас открыт был MetaMask на телефоне там, или в компьютере, какое-то короткое время, и обязательно закончили работу, обязательно выйти, нажали кнопочку «Выйти». Короткие сессии еще понижают вероятность взлома еще больше. Вот. Значит, четвертое правило, да, вот это как раз Web3 составляющая. То есть MetaMask, вот этот некастодиальный кошелек, он подключается к сайтам, да. Вы можете что-то заплатить, где-то там проголосовать, где-то там, ну, вот это уже новый такой интернет-мир Web3. И, соответственно, не обойдется в будущем, да, вы не обойдете ситуацию, когда какой-то сайт захочет, чтобы предложит вам подключить свой кошелек к их системе, да, децентрализованной. И в этом случае MetaMask всегда у вас спросит, можно ли подключиться, и нужно понимать, на что вы даете разрешение. И там прям всегда написано, то есть нужно всего лишь читать, да, если там написано только просмотр остатка на вашем счете, это просмотр остатка, да, но если там написано, мы хотим списать у вас нахрен все деньги, то, ну, это соответственно, у вас спишут все деньги. Но обычно люди что? Они привыкли, что это просмотр, к какому-то сайту подключаются, не смотрят эту ситуацию, невнимательно, теряют фокус внимания и нажимают автоматически, а потом говорят, меня взломали. Ну, конечно, потому что вы разрешили сами списать деньги с вашего кошелька. То есть фокус внимания, вот здесь мы возвращаемся, суета, штурмовщина, потеря фокуса внимания, это вероятность того, что будет взлом. Вот. Значит, еще один момент, это бывает, приходят токены какие-то, да, то есть какая-то криптовалюта, которую вы не знаете, которая не планировали, что она к вам придет там, и так далее, не трогайте ее. В MetaMask есть функция скрыть вот эти там токены, которые просто не трогайте. Как правило, эти токены, они все мошеннические, при нажатии на них, да, там запускается вот эта процедура подключения, опять же, к сайту, где их можно якобы продать, а на самом деле вы там даете разрешение на опустошение вашего кошелька. То есть это вот еще один момент, который тоже снижает, если вы это все, ну, читаете, да, по-русски, там все написано по-русски, по-английски, кто как читает, но все это доступно. Вот. Пятый момент, да, то есть это, ну, как бы, или уже шестой, это тема, связанная с... То есть мошенники еще любят взламывать почту, да, то есть и, ну, как бы, если вернее, там, не так, то есть, допустим, мошенники узнают, что у вас есть почта, и каким-то образом узнают, что у вас есть MetaMask, да, и вот они вам шлют на почту сообщение, что, пожалуйста, верифицируйте ваш MetaMask, пришлите нам там селфи, паспорт там, да, и сид-фразу, да, то есть, ну, и сид-фразу тоже там обязательно нужно прислать. Ну, и, естественно, после этого, конечно же, кошелек тоже будет опустошен. Нужно понимать, что некастодиальный кошелек не знает вашего имейла, не знает никакой почты, да, то есть это уже некое... Письмо сразу нужно в игнор ставить, и все. Да, это спам, да, это спам. Вот, все, вот мы с вами прошли там 6 принципов, да, там вариантов, как защититься, там, масса, да, ну вот если вы вот это будете делать, то вероятность то, что вы, ну, она практически минимальная, это практически нельзя ничего потерять, да, вот все вот довольно простые 6 таких действий, вот, и, ну, как бы, ну, и дальше, да, то есть у Miser Wallet, да, то есть Miser Wallet – это такой же кошелек с такой же сид-фразой, на него выделите отдельный день, да, вот, или там
ну да, один день на MetaMask, Miser Wallet другой день, да, там у него другой интерфейс, ну, но принципы все те же самые. Вот а все что вы принципы. Скажете про Trust Wallet? Он тоже достаточно популярный да. кошелек. Да, да, Trust Wallet, да, Trust Wallet тоже, пожалуйста. То есть кошельков на самом деле вот этих, ну, пользоваться, конечно, нужно самыми лучшими, да, самыми старыми, самыми лучшими. Зачем нам эксперименты, да? То есть выходит очень много кошельков, выходит масса сервисов разных, да, и в Telegram-боте, Telegram-боты и так далее, и довольно надежные и прочие все моменты, но... ну, можно выбрать один себе основной, там, MetaMask, второй запасной, там, Miser Wallet или еще какой-то, да, ну, и ну, просто пользоваться параллельно, ну, чтобы быть уже, так, скажем, в курсе последних, там, изменений в одном и во втором, да, можно, ну, какие-то фанаты пользуются сразу 15, но где найти такое количество денег, чтобы, там, загрузить на все кошельки, то есть смысла никакого нет, ну, практического смысла никакого нет множить количество сервисов, кошельков некостадиальных, которыми пользуются. В принципе, два кошелька – это сверхдостаточно. Да, просто да, на самом да. деле большинство инвесторов Америкой это очень любят зарабатывать 100% годовых, а может быть и больше. Было бы круто еще просто взять телефон, приложить его, оплатить, все безопасно, все прозрачно угу. и ни в чем не разбираться. Вот это самый да, идеальный вариант, который да, представляют да. себе все. Ну, да, многие. Да, да. Да, да, да. И поэтому вот первый принцип, про который я сказал в начале, это не упрощать. Ну, как бы жизнь не совсем розовый пряник, и вообще не розовый пряник, да. То есть 100 годовых можно зарабатывать. Действительно, нам мир сейчас, да, биржа и вообще наша ситуация сейчас финансовая, да, вот крипта и биткоин, и волатильность биткоина, и тема, связанная с печатанием денег вот этих в 2020-2021 годах ФРС, она дает возможность, да, действительно удваивать счет. Это уникальная ситуация. Такое, ну, и мы живем уникальное десятилетие, поэтому ну, торговать можно, ну, просто нужно, ну, это уже, наверное, отдельного эфира тема, там, трейдинг, если вдруг мы дойдем до этой ситуации. Вот. Что мы еще я хотели... Я вопрос про комиссии. При выводе из Амир комиссия, при выводе с другого кошелька опять же комиссия. Так же на одних комиссиях и в итоге потеряешь, ну, как бы все деньги. Ну, разумно надо, ну, во-первых, нужно разумно, ну, понимать трассу платежа, то есть трассу транзакции, куда вы хотите и что вы хотите отправить, да, то есть, ну, обычно вот такая ситуация происходит, да, то есть USDT, TRC-20 дешево, да, верно, но вам, допустим, нужно отправить все-таки... ERC-20, да, там дороже, хотя уже комиссии там падают, уже сейчас можно отправить эфир и USDT, ERC-20 уже там за 3-5 долларов за транзакцию, да, то есть это, ну, опять же, это издержки крипты, да, то есть мы много зарабатываем на крипте, на волатильности и так далее, и 5 долларов, ну, уже можем себе позволить отправить, ну, заплатить за то, чтобы отправить ERC-20, там, 1 доллар TRC-20. Ну, как бы универсальный такой... Есть ли разница все-таки выбирать ERC-20 или TRC-20? Вы вот уже как человек компетентный посоветуете? Что лучше? Смотрите, на самом деле, ну, как бы, ERC-20 это, ну, как Mercedes, это роскошная сеть, в ней, ну, она надежная, в ней меньше глюков, там больше сервисов и так далее. TRC-20, сеть Трона, да, ну, вот Джастин Сан, он вообще уже вот вышел из совета директоров, ему перестало быть это интересно, то есть TRC-20 – это сеть, которая отживает свое, да, то есть, да, она дешевая, но там могут быть глюки, там могут быть взломы, там могут быть там всякие разные вещи, в общем, там дешево и, ну, сервис так себе, да, то есть ERC-20 – сервис роскошный, самый лучший на планете Земля на сегодняшний день, да, ну, и, соответственно, нужно взвешивать, да, что мне важнее, что мне нужнее, вот, что касается вот моста вот этого, да, как сделать USDT, как превратить USDT из ERC-20 в TRC-20 и в другую сторону, да, вот есть куча, опять же, мостов, но не нужно к ним обращаться, есть тема Binance, да, вы свой счет на Binance
пополнили ТРЦ-20 и тут же можете вывести ЕРЦ-20 и сделать это наоборот. Самый простой способ и самый безопасный, относительно безопасный, чтобы не доверять мостам какие-то свои деньги, ну, при вот этом обмене. Вот. Так что вот такие дела. Если говорить про уже обменники, я не знаю, есть ли у нас эфирное время говорить про обменники, то можно и тоже рассказать. Мы сейчас еще про обменники поговорим. У меня еще такой вопрос про что значит принимающий ресурс не работает по смарт-контрактам и как это проверять? В чем разница, если код сформирован и транзакция подписана? Почему она может быть не принята? То есть это тоже такой достаточно популярный вопрос, поэтому мне бы хотелось его все-таки в эфире озвучить. Да, значит, обменники, да, то есть на самом деле уже левых каких-то обменников нет, да. По всей планете идет борьба с украденными криптой, украденными биткоинами и так далее, и вообще любой другой криптой, да. То есть, и, соответственно, вот требования к обменникам, требования властей к обменникам, они все ужесточаются, да. Почему? То есть, ну, условно, трасса какая получается? Там хакер украл деньги, выкинул их быстро, украл крипту, выкинул их быстро на обменник, получил там куда-то там фиат, да, то есть и все, и все, и концы в воду, да, то есть все, он потратил там куда-то и так далее, да. Вот, и, соответственно, вот такой поток таких вот криминальных транзакций, да, то есть он вынудил власти особое внимание обращать на обменники, да, то есть и понятно, что обменники требуют верификации, обменники сделали у себя алгоритмы, которые определяют ненормальное поведение, да, то есть они все время подозревают любого пользователя в том, что там деньги украдены или там он хочет делать какую-то несанкционированную транзакцию и так далее, да, вот, соответственно, и есть такой сервис, такие сервисы, миксеры, да, то есть которые отмывают деньги украденные, да, то есть и соответственно эти миксеры очень часто прячутся за смарт-контрактами, да, то есть смарт-контракт, сервис, который принимает деньги, принимает крипту, да, он видит, что деньги идут не от кого, не от какого-то единичного адреса из блокчейна, а с какого-то смарт-контрактного взаимодействия, да, и, ну, как бы для того, чтобы не разбираться, это белое, пушистое смарт-контрактное взаимодействие или какой-то миксер, который отмывает украденные крипту, они просто говорят, мы эти деньги просто зачислять вам не будем, ну, пользователю, да, мы знаем, что обменник – это кастодиальный кошелек, то есть вы им не распоряжаетесь, вам идет входящая сумма, а обменник говорит, да, мы ее видим, но мы ее вам не отдадим. Почему? Потому что по ней есть подозрение, что она украдена, да, она пришла со смарт-контракта. А наши правила такие, что мы не принимаем деньги со смарт-контрактов. А ну, есть и, соответственно, вариант, что, к примеру, ну, мне, к примеру, да, кто-то перечислил на мой кастодиальный кошелек грязную криптовалюту. И я Не кастодиальный. Не кастодиальный кошелек, да, грязную криптовалюту. Я потом начинаю выводить дальше. То есть у меня есть вероятность, что заблокируют и не пройдут транзакции дальше, да? Если это будет, ну, в каком-то, ну, это будет разнесено по времени, то есть если это будет не очень большое время, то ну, как бы вероятность маленькая, да, то есть, ну, если это там, ну, условно говоря, эту крипту начнут искать, то, да, конечно, по всей цепочке начнут искать, в том числе и, ну, как бы задействуют ваш кошелек не кастодиальный. Как вообще не попасться на грязную криптовалюту? Есть сервисы, которые могут определить, ну, то есть можно вбить там свой адрес биткоина, эфира, ну, то есть адрес своего там кошелька, вот, не кастодиального, MetaMask, и можно определить, то есть есть ли вероятность, что там этот кошелек замешан в каких-то
каких-то операциях, да. Но на самом деле, ну, как бы 5%, ну, то есть вероятность довольно маленькая, объем весь 5%, да, то есть, ну, эти 5% вот как раз ложка дегтя, да, то есть она мучает всех остальных 95 нормальных, да, из-за этих 5% вот это вся, все вот эти модели, которые подозревают всех остальных, что называется. То есть на самом деле не очень много, ну, как бы если вы единичные транзакции принимаете и отправляете, то это вероятность очень маленькая попасть на еще грязные вопросы деньги. Про обменники. Нужно ли там проходить верификацию? Конечно, конечно. Если там предусмотрена верификация, то нужно сначала пройти верификацию, а потом начинать обмен каких-то более-менее крупных сумм. Обычно там как происходит, да, то есть человек приходит, там прямого запрета нет, ну, то есть вы можете пройти верификацию, но кошелек уже можете пополнять. Очень хорошо, да, то есть человек пополняет кошелек, пытается сделать обмен, ему говорят, пройдите верификацию, он в ловушке, да. Почему? Потому что это кастодиальная ситуация, он не распоряжается своим счетом. Соответственно, можно, ну, как бы, простая такая модель поведения, пополнить на $10, там, ну, на 5, да, система обменника определит, что да, это активный пользователь, да, то есть, ну, какие-то алгоритмы там начнут шевелиться, начнут работать. После этого запускайте процедуру верификации, верифицируйтесь, получите галочку зеленую, что можно делать операции, и дальше тот же принцип начинает работать где и везде, да, то есть в том числе при работе с обменниками, вот долой суету и штурмовщину, да, люди лезут в обменники, там, допустим, Битзлата тот же, старейший обменник, да, да, там были проблемы у него, связанные с тем, что его преследовали за отмытие денег, да, то есть и сейчас там драконовские правила, драконовские алгоритмы, но он работает. Через него можно обменять, все хорошо работает. Почему там проблемы? Потому что люди нажимают кнопки, ну, они нажимают кнопки беспорядочно, без фокуса внимания и так далее. Там даже, знаете, вот есть такая надпись, ну, вот когда обмениваешь Битзлата, и там, значит, я, например, отправил крипту и жду на Тинькофф деньги. И вот там, ну, вот я отправил, да, и мне деньги уже пришли, я вижу, как бы пришла смс-ка, что Тинькофф мне зачислил деньги. И вот Битзлата пишет такими буквами большими и с восклицательным знаком, говорит, сфокусируйтесь, вы точно, блин, вам точно пришли деньги? То есть если вы сейчас нажмете, что вам они пришли, а они вдруг не пришли, то все это, потом будете писать там гневные отзывы, что меня обокрали. Вот. Фокус, отсутствие вот этого суеты, штурмовщины, внимательно по всем веточкам логики обменника тоже выделите. Возьмите обменник, там Битзлата, например, хотя их туча тоже. Возьмите один день, пройдите по всем логикам, потратьте, может быть, какие-то минимальные $15-20, там, обменяйте туда-сюда, попробуйте, да, прежде чем обменивать тысячи, да. То есть все, у вас появится навык автоматический, и вы будете в порядке, вы будете в норме всегда и действовать уверенно. Но нужно Вот что называется, нужно не упрощать. Не упрощать, вот это самый главный принцип, надо внимание. У меня еще такой вопрос. Многие боятся загружать свои документы в тот же там MetaMask, Trust Wallet или, ну, обменники, думают о том, что эти сведения сразу попадут в налоговую. Смотрите, мы говорим, если мы говорим про в MetaMask, Trust Wallet, никаких документов загружать не надо, в том-то и дело. То есть это ни MetaMask, ни Trust Wallet, ни Miser Wallet, они не знают вашей личности, ни вашего имейла, ничего, даже и никогда почту, не узнают. Даже почту. Даже почту не знают, конечно. Если речь идет о обменниках, то да, нужно верифицироваться, и, ну, как бы, если вы соприкасаетесь с фиатом, то так или иначе, ну, как бы,
при определенном запросе, да, то есть государственные органы получат вот эту информацию. Но я просто тоже хочу, чтобы там слушатели здравый смысл немножко включали. То есть на самом деле, если мы говорим про Россию, да, то для того, чтобы налоговая задала какой-то вопрос относительно денег каких-то, да, она должна просто провести даже просто законную процедуру, да, это либо камеральная проверка, либо выездная, да, проверка. Таких проверок единицы на всех 145 миллионов человек, которые проживают в России, реально единицы. То есть, если вы не меняете 10 миллионов долларов там каждый день, да, то вероятность того, что вам за 1000, за 2, за 10, за 15 тысяч долларов там назначат проверку и потребуют какое-то происхождение денег, она реально, ну, очень маленькая, да, то есть никому мы не нужны с вот такими объемами там 10 тысяч долларов. Ну, вы поменяли вы 10 тысяч долларов, там раз в 3 месяца меняете 10 тысяч долларов. Ну, ничего, никому это не интересно. Александра, благодарю вас большое. У нас заканчивается уже эфир. Мне бы очень, конечно, хотелось бы вас пригласить еще в эфир. Возможно, это не криптомир, передача отдельная. Поговорить бы с вами про токеномику хотелось бы. Я могу, да, я долго могу рассказывать про всю эту историю, про трейдинг, про биржу, про доходность, про психологию, про токеномику, про Web3, про DeFi, децентрализацию. Это у нас может быть, я с удовольствием поделюсь такими вот, ну, реально просто простыми знаниями, да, без всяких там академических вещей, чтобы, ну, просто люди приобщились, и ваша аудитория, вот Амир Capital, чтобы она была ближе уже к такому грамотному поведению, нормальному поведению. Ребят, в общем, не все так на самом деле сложно, но разбираться уметь и нужно. Да. То есть нужно выделять на все время, чтобы сесть, почитать дальше плыть со своими иксами. Сегодняшний день можно зарабатывать 100% годовых, но для того, чтобы грамотно выводить и заводить, нужно умение. Благодарю большое вас за эфир. Очень надеюсь, до встречи. Всего доброго, до свидания. Global Star Club. Возможности безграничны.